Мне сегодня особо приятно находиться у вас в стенах самого мощного, уникального и стратегического государственного предприятия металлургической промышленности, которая на сегодняшний день конкурирует с самыми ведущими именами мира. Конкурирует в продукции, в ее качестве, в стоимости. И от этого уникально и востребовано. Вы действительно расширяете свои рынки сбыта, вы пользуетесь спросом у самых брендовых имен, вы являетесь одним из составляющих кооперации самых мощных организаций и фирм. И мы всегда говорили о том, что наша инженерная и научная база харьковская невероятно сильна. Вы продолжение этой школы, и вы ее развитие, и вы ее будущее. Мы развитию промышленности в Харькове уделяем особое внимание. В том числе возрождая работу тех предприятий, которые давно утратили надежду на восстановление своей деятельности. Однако при поддержке президента Украины нам удалось в 2017 году возобновить работу ХТЗ. Нам удалось с 2015 года поднять тяжелые предприятия, которые, казалось, были на грани. Однако сегодня имеют перспективные заказы на года вперед. Имеют заработную плату, ее повышение, а также будущее, уверенное будущее в своей работе. Тоже касается и вашего предприятия. Я рада, что руководство поддерживает наши требования по повышению заработной платы. Прошлые полтора года у вас она увеличилась на 60%. А в течение года увеличится еще на 35% и составит в среднем 16 тысяч гривен. Это результат каждого из вас, каждого дня, каждой минуты, самоотверженного труда, ну и, безусловно, командной работы. И производственные вопросы, в которых нужна поддержка областной администрации, и социальные проблемы, которые есть у коллектива, будут рассматриваться нашими специалистами, и мы там, где необходимо, обязательно будем вам помогать. Наше предприятие в том виде, в котором я сегодня функционирую, 17 с половиной лет, уже 18 почти. Главное это то, что за эти годы мы сумели с вами доказать, что украинский инжиниринг, украинский разработчик, украинский производитель конкурентен на мировом рынке. Мы модернизировали фактически и создали новое производство на абсолютном большинстве металлургических предприятий СНГ. А уж на Украине говорить не приходится. Я думаю, что основная перспектива нашей с вами работы должна заключаться в еще большем вовлечении харьковских коллег, харьковской промышленности, харьковских инженеров, в загрузке харьковских предприятий на объектах украинской металлургии и зарубежных. В силу того, что наш с вами рынок претерпел острое сокращение, мы диверсифицировали его, работаем сейчас с Египтом, с Ираном, с Сербией, с Узбекистаном, с Алжиром. Я думаю, что в этом году у нас будет, двухсполовинократный рост объема производства, а в следующем году, я полагаю, мы превысим по объему поступления собственных сил руководство области, потому что оно делает, это вызывает у нас и одобрение, и понимание, и поддержку. Всегда может рассчитывать на то, что коллектив «УКРНТЦ «Нарросталь» вложит свой, я думаю, веский вклад в дальнейшее развитие нашего региона. Мы с вами, я знаю, считаем себя участниками команды нашего губернатора, нашего лидера. Работаем в харьковской команде, которую возглавляет Юлия Александровна. В преддверии вашего профессионального праздника, Дня Металлурга, я имею возможность и честь за ваш необыкновенный вклад в развитие промышленности и Харьковской области, и в целом государства, отметить ваше достижение государственной наградой, а также почетными грамотами и подяками областной администрации и органов государственной власти. Я вас поздравляю. Это заслуга вашего коллектива, вашего труда личностного и командной работы. Я желаю, чтобы это государственное звание стало для вас новым витком вдохновения. Спасибо. На новые научные, профессиональные свершения. И во благо, безусловно, нашей Харьковщины и в целом Украины. Лично от президента Украины. Спасибо.
Прежде всего, я, конечно, хочу поблагодарить президента Украины Петра Алексеевича Порошенко за столь высокую оценку моего труда. Поблагодарить вас, уважаемая Юлия Александровна, за поддержку моей кандидатуры, получение высокой государственной награды. Я хочу поблагодарить Дмитрия Витальевича и весь трудовой коллектив, с которым я имел счастье сотрудничать плодотворно на протяжении десятков лет, потому что в этой награде есть и частица их командной работы. Еще раз всем большое спасибо. Встреча с коллективом государственного предприятия прошла тепло и очень откровенно. Мы поговорили о множестве вопросов стратегического развития государственного предприятия, так как оно является самым мощным в металлургической сфере и является уникальным по своей сути, потому что может покрыть комплекс работ, начиная от разработок и от подготовки документации до производства оборудования, его наладки и дальнейшего обслуживания. Поэтому здесь сосредоточен ряд таких уникальных работ, которые будут востребованы везде и всегда. На сегодня государственное предприятие конкурирует с самыми ведущими предприятиями мира и мировыми брендами, выигрывая тендеры и имея уникальные, скажем так, операционные связи. Уверена, что так будет и в дальнейшем. Работая в команде губернатора, мы видим свою функцию в возрождение Харьковской отраслевой науки и промышленности. И если мы внесем туда свой посильный вклад, а мы его вносим, то в этом будет заключаться наш успех. В ближайшей перспективе у нас создание ряда объектов в регионе. Сегодня нужно объединить усилия харьковских ученых, проектировщиков, производственников по решению фундаментальных задач. И я думаю, лучше, чем администрация областная в том варианте, когда лидер берет на себя функции объединения, лучше не получится. Поэтому мы поддерживаем Юлию Александровну в этой работе и надеемся, что и другие наши предприятия и организации это тоже поддержат, это начинание, это направление. Важно, чтобы работала промышленность.